Так, ну что, друзья, поехали на Сатурн. Вернее, не поехали, а полетели. Сатурн в начале октября. Вот так выглядит у нас сегодня. Посмотрите только на него. Вот такой Властелин колец. Такой красавец плывет. Ветра вообще нет. У нас погода, конечно, выдалась просто изумительная. Но только на 3 дня. Еще завтра, воскресенье, обещают достаточно тепло. А потом, как я уже сказал, дожди, дожди, дожди и похолодание, к сожалению, похолодание. Ну что ж, теперь осень, осень, впереди зима, снежная, морозная. Зима близко, как в известном сериале, да, было сказано. Так и у нас. Ну давайте посмотрим, зимой не знаю, как буду снимать. Полюбуемся на эти замечательные кадры, замечательный вид Сатурна. Матрица у меня что-то подтрясывается. Ну, в общем, я уже полноценно задумался о том, что, наверное, я свой аппарат поменяю на более мощный, на P1000. Поэтому сейчас вот все усилия прикладывать буду к тому, чтобы собрать средства и приобрести более дорогой фотоаппарат. Но это буду продавать, P900. Там как бы... Ну вот видите, как по резкости, вот сейчас по зуму. Там, конечно, получше на P1000. Здесь не так, матрица вот тоже реагирует не очень хорошо. Ну и мой фотик мой с 2019 года. Хотя, конечно, не так уж и много, 4 года, и особо на нем не снимали. Это я вот последние полгода его так как бы эксплуатирую хорошо. А так он, в принципе, работал, ну, в штатном режиме, там, где-то пофоткали для себя, там, да и все. А я вот так вот серьезно к нему отношусь сейчас. Съемок много, фоток много делаю. На море просто все гигабайты были забиты. Столько фотографировались. Но это всего лишь полгода. Ну, в общем, не знаю, на продажу выставлю, сколько он, конечно, потянет. Ну, в первую очередь собираю средства для того, чтобы приобрести более мощный аппарат, а потом уже всю эту технику продам. Есть два фотоаппарата, которые тоже хочется продать. Есть видеокамера, которую тоже продам, ну, компенсирую. Ну, плюс, может быть, блог хотя бы немножечко тоже принесет определенные средства, чтобы компенсировать затраты. Уж не говоря о прибыли, затраты хотя бы компенсировал. Поэтому вот так. Вот такой Сатурн у нас в начале октября, друзья мои. Всех с наступлением середины осени. Поздравляю, золотая осень пришла. Так, ну все, ладно. Все, сбился у нас. Сатурн куда-то убежал. На этом буду заканчивать. Всем огромное спасибо за внимание.